Яблочный листец, банан листец, морковь листец. Че, Ивасика, что ли? Изучая концепцию патриархальности, матрилинейности и матриархальности мира. Дубай уже почти все высосали. Там ну, да сосем тогда. Всем хайкосики, лайкосики. Всем огромный привет. Мы уже забыли, что такое камера и как разговаривать с ней. И вообще, как говорить, хайкосики, лайкосики. В общем, сегодня мы наконец-то решили взять камеру. Поговорить обо всем, что у нас творилось. Мы нашли свободное время. И к нам, кстати, прилетел наш общий друг, с которым мы познакомились еще в университете. И благодаря ему и еще некоторым людям мы с Максом, в принципе, вместе. Мое желание к тебе было. Шоколадка Вилка. Сейчас мы отправляемся в кафе покушать, а потом поедем на ночной рынок, покажем Роме, что это. Он просто приехал в Таиланд, а на самом деле он Таиланда даже толком не увидел. Потому что пил. Мы сидим дома, а вот и Рома. Привет, привет. Мы отправляемся на ночной рынок. Рома, что тебе там нужно? Роме надо сувениров, которые не купил в Индии. Рома у нас был в экспедиции. Нет, это была не экспедиция. Это был визит российской молодежной делегации в Республику Индии. Первый визит. Умничали. Просто побухал в Индии. Не надо, не надо. Я не просто бухал. У нас с шишками Индии. У нас было культурное мероприятие с приемом у министра Индии. С, короче, с чуваками с Министерства Индии. И нам все оплатили. Да. И пятизвездочные отели, и охрана, и чуть ли до драк не дошло, то, что мы поехали по этой по полосе для скорой помощи. Это некрасиво, конечно, но нас чуть индийцы не уничтожили. Мы же русские, да? Ну, блин, я мы не чесался, что ты не сказала? А, у нас тут изменения в прическах. Вот. Он, что? Короче, когда у Макса не уложена прическа, он похож, знаете, на кого? На певца из этого, из Рамштайна. Ой, а мне капец, я в голову не помыл. Мне беда на голове. Теперь все узнают, что ты не помыл голову. Да. А я помыла. И напишут, что у тебя душа. Что у меня? Говорю, блохи. Погода у нас не сильно изменилась. Почему снег сильно? Не выпал. Стало холодно. А ну холодно. Ну, смотрите, холодно, как Макс ходит. Просто в тюбетейке, в угах. Холодно. А, ты с собой взял. Зима, сегодня 2 декабря. А еще, кстати, многие сказали, что мы с Максом подхудели. Именно поэтому мы сейчас идем кушать, поправлять щеки. Кристина просто не кормит, вот решила кормить. Я не кормлю. В кафе кормить. Да, веду мужика в кафе. За его деньги. За мясом. Россия меню. Россия меню. А знаете, что здесь еще в России меню самое веселое? Льстец. Да. Льстец. Сейчас. Смотрите. Блин, здесь. Сейчас. Клубничный льстец, банан льстец, морковь льстец. Ну и, в общем, страница льстецов одних. Вы хотели убежать от России? Россия приходит к вам потихонечку своим холодом. А в России наоборот степлеет. Как тебе в Тае? Дорого. В Индии дешевле. Смотри, какой. Он на Индии запал, походу. Вот. Так хорошо, тепло. Я вот сгорел вчера. Ну, по тебе видно. Как бы помидорчик. Трубочка. Как в том мультике. Что за мультик? Его друзей срезали, а он плакал. Ну, может быть. Я похож на этого помидорчика сейчас, видимо, весьма. Что это? Лимонная содовая, это капец. А что такого в ней? Кисленькая. Через что, по-моему, кисленькая? На, Кристина, ты подтвердила. Вкусненько. Кисленько. Ты лаймы когда-нибудь ел? Ел. А мы ели много. Я сейчас буду сдерживаться. Давай. Побольше бери. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Вот сейчас точно будет помидор. Че, пивасика, что ли? Все, убей камеру. Как ваши ощущения? Кисленько. Кисленько. Немного кисленько. Я голодная, дай мне свои макароны, я есть хочу.
Мне сейчас Макс сказал, что я вешу 53 килограмма. Поэтому мы сейчас идем к весам взвешивать его 85. Чего? Каких 85? Ты меня не кормила полгода. И мои 90 нынче. Да, уже 90. Поэтому проверим, кто из нас прав, кто... А кто, а кто весит 85. Мало, прикиньте! Блин, ну такой крутой момент был. А что ты не снимал это? Только сейчас. Лошара, лошара. В общем, бабы, вы никто. Мы пришли к выводу, изучая концепцию патриархальности, матрилинейности и матриархальности мира. Это вам говорит антрополог. Нефтяник. Иду искать нефть. Так давно пора бы найти ее уже. Так не в Таиланде же ее искать. Почему бы нет? В Дубай надо ехать. В Дубае уже почти все высосали. Там ну, дососем тогда. Я был на Селигере, получается, с ребятами. Город на А. Анапа? Не-не-не, не Анапа. Алушта? Нет. Астана? Нет. Архангельск? Нет. Прям вообще российские города. Да-да-да, это все почти российские города. Блин, я забыл. Я тоже забыл. На Р как-то. Газпром. На Я. Ямбург. Во, вот там точно есть. Твои проблемы, что ты там наел каких-то 85 кг. А, плюс еще... Грамм 250 я выпил сока. Так, я ничего не знаю. Мальчик с весом тонну. Закидывай. Ну давай. Ну, 86. 68. Приехав сюда, я был 73. 70. Посмотрите, какая коварная женщина. Держи сумку. Не кормит мужа вообще. Ну, давай, давай. Оп. Ну и где 53? 50... 501. Полтонны. Полтонны. Давай, Рома, за компанию. Ну и сейчас Рома. Роман. Вспомнит. Я Роман. Когда уезжал, был 83 килограмма. Давайте, Роман. Вставай сразу. 43,7. А, 83. О, 83,5, 43,7 и 83, 125. Плюс я поел, так что я даже ничего не набрал по ходу дела. А вы по нам скучали? А мы читали комментарии. Чё? Писали, фу-фу-фу, пропали. Пьяница. Мы нашли отдел. Рома там что-то спрашивает, мерит. Нету. А мы как сопровождающие. Пойдемте. Нету моего размера, я сильно толстый. Толстишка? Да. Малышка? Да. Каши много ел. Вот смотрите, что бывает с теми, кто много каши в детстве ест. Не могу. Слушайте родителей. Родители не слушайте. А штаны дешевые, в принципе. Тань, по этому. Мы Максу фестивали не могли найти, зато нашли на рынке слепоны. Пять или побольше. Извечная проблема туристов. Mm-hmm. Ты типа нормальные? Это нормальные. Рома не знает, что привезти. Да, что, чтобы от меня отстали. Тут все. Целая гора, да, как да, назло. Да. Таких часто встречаются, я видел. Такие что-то как-то, ну, они беспонтовые, по-моему. И магнитов надо. Короче, вот эти взять, они сотрутся. Или вот эти. Здесь их 6. Пусть Рома 5. Вас позагружает. Я не слушаю. И забрать. Эти или эти? Эти или эти? Где Макс? Вот эти? Вот эти. И короче. Давай. This and 6. 180. Давай. А что это? Нет? Не канает? Предложили Роме попробовать кукурузу. Рома сказал не очень, он хотел мне отдать, но сказал, что ему надо есть. Сказал, что время пришло есть, и он мне не дал, и мне пришлось новую купить. Что ты обманываешь, а? Я тебе сейчас это, вот так вот сделаю кукурузой. Макс! Не надо! Макс! Подавился, это ты виноват. Ну, опять жадничаешь. Не, я не жадничаю, это ты жадничаешь. Видели?
На, попробуй, я его сне. Ну-ка, хочешь. На самом деле, она как будто недоваренная. Да? Плохо сделали? Какой я не жадина, зайчика, на, покушай. Видишь, я не жадина, а ты же... Была бы моя зайчика рядышком, я бы ее тоже накормил. Ага, ты бы у нее сам забрал. Ничего подобного. Наконец-то мы приехали с этого рынка. И пока не начался дождь, мы врубили камеру. Он уже потихонечку капает. Находились. Да, ну что мы там прошли, господи. Все ряды прошли. Ой, это так много, что ли? Это много. Да это херня. Да не херня. У нас в сидячем положении в последнее время. Это херня. Для нее ты, видимо, не ходила по рынкам большим. Вот так вот ходишь с мужиками, они тут, мы два мужика, мы лучше знаем, да. А ты женщина, у нас патриархат. Да-да, мужики правят миром. Регулирейшн. Чего? Регулирейшн. Регулирейшн. Какой там регулирейшн был? Рендрингандрингментейшн. Понятно? Давай. Итак, многие знают... Многие уже выросли. Нет, еще нет. Догадываются. Догадываются. Я беру Кристинке вот такое винишко. Я когда был маленький, первый мой алкоголь был. Это виноградный день. В бутылках 1,5 литровых. Вот, Кристинка начала сейчас это пить. Думай, думай, поглаживай. А что ты этот мой рюкзак там оставил? Ничего страшного, я вижу. Да, ты видишь, у тебя глаза ножетом в затылке есть? Ножетом. 50 ватт. Прям... А, это тот же самый. Ты что, тоже ходишь? Ну да. А, так ты же винишко взял. Да, винишко, а вон, алкаш. Это не винишко. Пробовал в детстве виноградный день? В детстве? Да. В детстве, да. У всех такое детство было веселое. А что, может, в этих тогда в банках возьмем? Да. Упакованные. В банках 48, а это 50. На 120 миллилитров больше. А, ну тогда другой вопрос. Это 0,6, что ли? Не 0,5? Юный экономист, кружок. 28/7, что-то там, тигр. Я взял себе пиво, тигр. 24/7, тигр. 24/7, тигр. 24/7, тигр. Тигр, тигр, тигр. И магнум, смотри. Магнум, тигр. 24/7, магнум, тигр. Вот, тигр и магнум. Магнум и тигр. Вот почему, вот парень всегда сначала говорит, а потом подумает. Да. Вот, вот, вот. Почему вы сначала говорите, а потом думаете? Вот я бы сейчас... Но у меня есть жена. Видишь, сказал, но практически сразу подумал. Охренел вообще. 24/7, тигр. В общаге девочка одна, дебильная, нарисовала, короче, на двери. Прям тигра нарисовала. 24/тигр. Это 4/7 и тигр нарисовал. Так есть. Реально есть песня такая? Да. 24/7 тигр. 24/7 тигр. Тигр, 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 тигр. 24/7 тигр. Тигр, 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 тигр. Вчера утром до меня доходит мысль, что 6 дней назад мы отдали паспорт на продление. А. И мы про них забыли. Чё-то я просто сижу, такая думаю, а где паспорта? И до меня доходит, что они в эмиграшке до сих пор. Слава богу, все обошлось, я пришла, просто забрала. Но перед этим я Макса бужу, говорю, надо ехать. Ну да, как он ездит на байке, а я не езжу на байке, я могу только сзади ездить на байке, поэтому, короче, Макс, давай. Любит сзади. В итоге он встает такой, подтягивается и начинает исполнять. Вот второй день уже исполняет. Такой, что? Меня заклинило! Я ему еще массаж потом делал. О, вот еще и массаж выпросил. Язычком. А после этого мы еще с ним пошли к врачу, нашли здесь, короче, этого, как он? Мануальный терапевт. Мануальщика. Так он еще с ним договорился, он зашел с ним в отдельную кабинку, дал ему бабок, чтобы тот сказал, что у него межпозвоночная грыжа, что у него там что-то там смещение на фоне грыжи. А все потому, что работать не хочет. Потому что он хочет, чтобы его пожалели. А, как кто-то не жалеет вообще, блядь. Ну, чем больше говоришь, тем меньше жалею. Так я тебе сейчас как-нибудь это... Чего? Бутылка как... Вот, все слышали, он меня еще вчера телефоном в бровь ударил. В бровь? Рассек мне бровь. Я истекала кровью. Покажи. Вот. Я истекала кровью. Где дырка? Там есть. Где? Там.
Там, ну, там мы знаем, что есть. Макс, а ты совсем дурак, блин, что ли? Я это оставлять точно не буду. Я тогда буду монтировать. Смотри, какой счастливый-то сразу. А мы уже, короче, переместились к бассейну. Такие. Мачамена 2. Под дождем. Алкоголика. Ой. Ой, кто бы говорил, у кого-то тут винишка. Ага. А кто-то смотрите, вчера в одного... Кто здесь? Ну-ка. Кто это здесь? Это кто здесь? Когда мы не успеваем. Вот и закончились посиделки. Время уже 1:00 ночи. Поздно. Закончились посиделки. Мне завтра идти на собеседование. Поздно для тебя. А кому-то ехать на Калан. Идти. 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 Мы как приличные люди все уберем сейчас. Да. Покупались классно? Да, ага, дождик конечно. Прошел. Ты полденского забрал тогда. Охранник сказал, не кричите и не купайтесь. Самое важное. Да, после 10 купаться нам нельзя. Опять у меня на голове жопа. Вот мы не настоящие русские, мы не нарушили правила. Я почему я нарушил? Я ноги помочил. Я тоже ногу одну помочил. Левую. Все. Вообще левый парень. Левый парень из босой ноги. Пока всем. Всем покусики, лайкусики. Да, мы пошли отдыхать. Вам до встречи. Пока-пока. Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи.